Ну что, Джон, расскажешь про алкоголь? Я попробовал спиртное в 13 лет. И мне понравилось. Очень. С тех пор так и пил. Основано на реальных событиях. Официальные выборки на фестивале Sundance. Само собой, ничего не пройдет. Придется бороться, иначе смерть. На меня, походу, откровение снизошло. Хоакин Феникс. Джона Хилл. Руни Мара. Джек Блэк. Разве нам не рад? Мы Джону не нравимся. Конечно, нравитесь. Что за глупости? Ты нам тоже. Просто вы меня плохо знаете. Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет. Смотрите в мае.